Я все, что угодно готов сделать ради Господа. Даже погибнуть. А ты? У этого парня серьезные проблемы. Ой, кажется, дома кому-то та-та будет. Вы от мира сего, а я не от всего мира. Ну, естественно, мальчик растерян, мальчик испуган. У меня был нормальный трудный подросток. А теперь он, знаете, сдурел. Он вообще не здоровается. Бог будет судить тебя, мамочка. Давайте сейчас все успокоимся. Бесы в тебе сидят, Феня. Я просто должна его понять, вот и все. Она с самого начала была против меня и моего христианства. Он просто провоцирует. Вы совершенно не знаете, что я за человек. Потому я объявляю войну безнравственности, ибо Господь говорит, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею. Ты достала меня уже! А ты подставь другую щеку, я и по ней ударю. Заткнись, тварь! Он вообще считает, что скоро конец света. Не мир пришел я принести, но меч. Я все, что угодно готов сделать ради Господа. А ты?